Всем здравствуйте, снова в лес за грибами. Снова этот же лес. Уже, наверное, третий или четвертый раз я в нем. На вороне позавчера тут проехал, по нему грибы были свеженаросшие. Или 3 дня назад я был, или 2. Ну, в общем, грибы были. Сейчас пойду искать. Вижу первый гриб. Вот такой вот тут. Блин. Походу его едят червяки. Весь мелких. Мелких разъеденных. Вот вижу еще маленький. Даже 2 маленьких вижу. Даже там 3, наверное. А эти добрые. Идем дальше. Вот такая охота. Такая. Кстати, был вот на вороне, когда в лесу. Видел одного малюсенького козленка. Но он прямо с-под копыта ворона свалил, уже понял, наверное, что он следующим шагом на него наступит, не улежал. И потом видел козу, за ней уже 2 козленка бегали, паслись. Но камеры не было с собой, не поснимал. Может быть, как-нибудь с камерой тоже доберусь до леса. Так я ездил с ворона, дурь выгонял. И нашел одно место такое интересное. Попробую туда, наверное, фотоловушку увести. Возможно, там отряд полосатых поросят бегает. Но это не точно. А, еще видел лося с вот такими рогами. Вот такие рога здоровые были. Наверное, тот, которого я в прошлом году манил. Самый первый был. Здоровый. Подъехал к нему тоже близко, он убежал. Уже в последний момент его в осиннике услышал. Он побежал. Рога лохматые, здоровенные. Сам здоровенный. Вот такие дела. Но я пока грибы собираю. Еще грибочек. Вот такие здоровые боровички. Вот перед этим еще вот нашел. Вот так вот тут. Где-то вот ехал на вороне, было 2 или 3 гриба. Видел. На какой-то вот такой вот полянке. И не могу их найти. Один одиночный возле поваленного дерева нашел, срезал. А где еще 2 гриба, не могу найти. Господи, не нашел. Хотя, может, за эти 2 или 3 дня кто-нибудь и нашел. Или их видно просто с высоты. Так вот получше. Камера у меня на руке закреплена. Не знаю, что снимает. Так иногда вроде вижу, что ту сторону показывает, куда иду. И все. Траву, по-моему, я не заезжал на нем. И тут по траве мы прошлые разы нифига не нашли. Посмотрю, сейчас похожу тогда. Здоровый. Здоровый гриб. Червивый. Есть и здесь, значит, грибы. Значит, сейчас мы тут пошаримся. О, вот он уже раз такой и спрятался. А это целенький. Значит, будем искать здесь пока. Вообще, в общем, не знаю, когда косуль снимать. Сейчас у нас еще ягоды пошли. Вчера
ребятишек мы возили. Они еще так наполовину зеленые. Прям красных-красных вкусных мало. Но и ягоды тоже интересно собирать, если их дома потом не перебирать. Так что, наверное, еще буду ягоды теперь собирать. Ну, косули же они никуда не денутся, правильно? Этот, который как антилопа, как ходил там на полянке, он пока там и ходит. Никуда он еще не делся. И через месяц он там же будет ходить. Скоро уже у них гон. Гон я буду ждать. Потом, наверное, буду им надоедать тогда. Потом переключимся на то, чтобы подразнить этого здорового лося. Мне интересно его попытаться на камеру заснять. А пока ищем грибы. Все, кажется, нашел я то, где были два гриба. Тут их оказывается четыре. Вот это тут точно я видел. И вон тот, по-моему. А эти, наверное, наросли новые. Вроде добрые. Нет, так скажу, очки плохо же вижу в очках. Если дома червяки поползут из них. Солнце светило, ничего не видел. Главное, объемы корзинки набрать. А какие грибы? Чего там на них смотреть? Грибы и грибы. Можно сварить, они все равно вверх все сплывут. Убрать их ложкой потом и все. Вот столько уже у меня. Новый лес. Там я все грибы собрал, сколько было. Это тут выгоревшая у нас та часть. Я в прошлый раз ходил, там вообще нету. Не нашел. А тут вот так вот по краешку я пособирал. Вот сейчас первый грибочек тоже здесь нашел. Сейчас пройдемся, тут поглядим. Не знаю, как меня вообще слышно, а то по идее не слышно. Рука-то внизу, а рот-то вверху. Но если не слышно, то видно, чем я здесь занимаюсь. Вот так вот, так вот, так вот, так вот, а грибов тут нет. А вот какой здоровый. А говорю, нет, нет, говорю, грибов. А он, вон он какой. Короче, целый. Ножка аж сухущая. Все бы червяки оттуда высыпались просто. Им жрать нечего там. Горло бы пересохло, и они бы от жажды умерли. Снова, в общем, переехал на другой, уже третий лес. Пол корзиночки у меня. Сейчас тут нашел чагу. Возьмем маленько. Кто-то уже, наверное, самый-то большой кусок когда-то достал. Их. Ну, хватит нам и этого. Надо как-то специально съездить. Есть несколько у меня мест на примете, где она была. Козлик меня сейчас облаивает. Еще кусочек. Тут вот где-то лежал. Соскочил и удрал. Сейчас гавкает. Так. Наверное, грибы переложу в пакет. И попру дальше. А то вдруг обратно и пакет, и полная корзинка будет. Не до волоку. Комаров сегодня практически пока нет. Но я кофту одел на всякий случай уже. До этого ходил в футболке.
терпимо было. Брызгаться ничем в этом году еще ни разу не брызгался. И паутов не так много, как в прошлом году. Все, идем. Вот такой вот у меня урожай. Вот еще впереди грибочки. Опа. Вот такой здоровый грибок. О, тоже берем. Все берем. Вот причем лес хорошо погорел. Получается, вот трава. Уже много времени прошло. Трава только растет в этой части. Одни боровики. Вот уже переэтовался. Вот, говорю, лес только восстанавливается, и вот они тут грибы. Это интересно. Так грибы собирать интересно. Ну, все, скоро можно и на вторую посудину переходить. О, там какой красавчик спрятался, а я его нашел. Какая резиночку. Какой есть маленький. Судя по прошлым походам, вон там должны самые грибы находиться. Так что сейчас пойду туда. Так что тут еще похожу и пойду дальше. Вот они, грибы, которые пахнут грибами. Даже целые вроде. Похоже. Ну что-нибудь да выберется. Прям пахнут. Как настоящие грибы прямо. Вот так вот пахнет. А этот? Вкуснятина. Наверное.
Первый грибок. Минут уже, наверное, за 25, за 30 ходьбы. Уже времени много. Хожу как человек пауком, так снимаю. Дождик идет. Эх, красота. Ну что, как обычно, я пока болтал на камеру, батарейка-то у меня села. Все уже, в общем, у нас вечер, время почти 9. Вот так вот у меня корзинка неполная, потому что у меня вот тут вот еще одна корзинка. Сейчас пакет складываюсь и двигаюсь домой. Вот такие грибы. Проходил я без малого где-то 4,5 часа. Вот такой результат. Ведра, наверное, тут 3. Я думаю, будет. Как-то вот так вот. Всем пока.